Так, ну что, пообедали мы. Я хочу вам показать, чем мы лечимся от инфекций, от всего. Потому что все бегут в аптеку. Бегом в аптеку, давайте все. Холодно на улице, ребят. Сегодня так холодно, что ну его нафиг. Вообще выходить нельзя. Мы с Сашей по тарелке борща чесночком махнули. И сейчас, смотрите. Укрепляем иммунитет. Укрепляем, да. А что не, скажи. Ну ты что, что мы не можем себе позволить икру кушать, да, Сань? Ложками, тоннами. Прямо вот так вот брать черную икру, красавицу. Посмотрите, какая. И кушать. Я представляю, сколько на этом бутерброде денег, если взять действительно по-настоящему. Я шучу. Да, это... гранулы черной икры сделаны по черную икру, но это водоросли. Водоросли, которые очень сейчас кристаллы ламинарии, которые поднимают иммунитет, повышают, которые нужно действительно кушать. Есть под красную икру, у меня есть такие видео с этой ламинарией. И вот я за нее вспомнила, что нужно именно больше кушать такого, чем таблетки и, как говорится, панику ударяться. Вкусно на вкус, Саш? Больше меньше. Больше меньше. Все, приятного аппетита тебе, Сашенька. Так что не спешите, находите какие-то, знаете, противовесы медикаментам. Чесночок сейчас вот этот очень хороший, не острый. Перец чили я вот тоже. Саша не любит, а я ем. Ну и вот такая вот икурка. Мои хорошие, я вот, честно говоря, не думала даже говорить. Я за вторую банку с холодильника достала, у меня две банки осталось. И вот, вот так вот в шутливой форме, что я попробовала, думаю, а ну-ка, я давно не заходила вот именно в эту торговую марку Аль-Гадид на их сайт. И я зашла, и вы знаете, я столько информации получила, что мне захотелось с вами поделиться этой информацией. Вы, конечно, под эти видео я вам брошу, это ребята, с которыми я знакома хорошо, но вот это вот они мне не присылали, это давнишние запасы мои, которые стояли в холодильнике. И я залезла на почту и нашла ихнюю ссылку, открыла. Оказывается, ребята, что вот это вот эти ламинарии, вот они описывают, что информация такая, что в период вот 3-4 месяцев, если вы будете принимать вот такой вот эти кристаллы, блокирует попадание вируса в организм. И сейчас, может, так просто, что совпало вот с этой гадостью, которая покорила сейчас и гуляет по всему миру. Ну, ребят, ну это же все-таки лучше, чем как-то, знаете, сидеть, руки опустить и ждать, что произойдет и что будет дальше. Ну, я скажу, что мы-то кушаем, вот я намазываю, как бутерброд, ну, вы видели, как бутерброд с икрой, но вообще принимать его нужно, если по правилам, то 3 раза столовая ложка с горкой. И вот тоже там же я прочитала, что вот в этом, вот именно в этой ламинарии в 20 раз больше витамина С, чем в шиповнике. И еще самое главное, что когда делали, мы вот привыкли кушать морскую капусту. Вот морская капуста это полезно, диетическое. А сейчас вот смотрите, что происходит. Сейчас пост, верующие люди в пост верят и придерживаются поста. А организм ослаблен, и плюс еще эта инфекция, которая ходит, бродит. Поэтому что? Капусту морскую, вот она полезна. В морской капусте всего 3% йода. А вот в спирулине в этой 4,5%. А профессор, который разработал это все, там вроде бы 70% йода. Так что, ребята, все-таки как ни крути, это связано и с морем. Я думаю, что вы ничего не потеряете. Я не знаю, какая цена. Я сейчас зайду на почту, свяжусь с этой фирмой и брошу вам ссылку внизу. Я думаю, что там работают такие нормальные люди. Директор там человек верующий. Он очень помогает церквям. Они действительно, он верующий. То я думаю, что, наверное, гривен по 300-350 банка стоит. Но... вот я маме давала от давления, она пила. Но нужно выпить, конечно, хотя бы 3 банки за месяц. А не так, что как ложечку съел и все. И потом, гель у меня. Вы помните, я дарила своим? Я сейчас вам покажу. Вот такой гель. Я тоже заказывала в этой фирме.
Альгодит. Это мне присылали, я перед Новым годом своим подписчикам посылала. То я скажу, что я вот его пользую не только для лица, а вот сейчас, когда у меня вот с дёснами была проблема, помните, я вам рассказывала, и уколы делала, и пасту специально покупала. И я вот каждое утро и каждый вечер я наносила этот гель, прямо наносила, вот так вот брала на палец, на дёсна. То я скажу, что мне намного лучше. Не знаю, что помогло, укол, этот гель, но я такой человек, вы знаете, что мне лучше натуральное, чем бежать в аптеку и кушать вот это всю, как говорится, химию. Так что, если будет желание, заходите, пожалуйста, вниз, там ссылочку. Сейчас я свяжусь с ребятами, может, там какая-то обновленная ссылка, потому что я очень-очень давно не связывалась с этой фирмой. И это, как говорится, знаете, что-то молчание такое от них. Не знаю, они, наверное, сейчас так заняты работой. Просто я вот вспомнила, честно, такое шутливое видео перешло в такую вот, как говорится, нужное предложение. Потому что сейчас действительно нужно помогать друг другу. Где кто что услышал, мы должны побороть вот эту вот болячку вместе. Все, я вам желаю здоровья. Я желаю, чтобы у вас все получалось. А если сочтете нужным, пожалуйста, зайдите, поинтересуйтесь. Информация там любая есть. Хочу все-таки показать, что вот, если вы в рацион свой будете добавлять чеснок, лимон, перец острый. Ну и, конечно же, если есть возможность вот такие вот кристаллы ламинарии, пожалуйста. Я думаю, что никакая простуда вам не будет страшна. Сначала нужно все полезное, а потом уже лекарственное. Желаю вам здоровья.